Вот он, материал для новой дороги. В переулке Мостовой на Мацесте со вчерашнего дня кипит работа и шумит тяжелая техника. Метр за метром исчезает старая гравийка и появляется гладкое, качественное асфальтовое полотно. Длина новой дороги 500 метров. Казалось бы, отрезок небольшой, но и он, говорят сочинцы, настоящее спасение для жителей переулка Мостовой. Сложность в том, что большие вот ямы, и пройти не только было возможно до транспорта, которому мы передвигаемся, но и обычным людям. С колясками очень много, у нас очень много молодого населения, то есть маленькие детки. В основном все в коляске, по двое, по трое детей в семье. В мечтах о новой дороге селяне жили последние 4 года. После решили от простых мечтаний перейти к делу. Активные жители решили часть финансовых затрат взять на себя. Хорошо помогли местные застройщики, которые в переулке строят многоквартирные дома. Депутаты администрации Раздольского сельского округа организовали весь процесс, и дело пошло. Большинство у нас сейчас людей малоактивных, мало кто верит в успех. Но успех он приходит, и вот оно. Доказательство этому. Вот эта дорога замечательная, и мы очень рады. И я благодарность не только от себя, от жителей всех наших домов. Вообще, как отмечают в сельской администрации, здесь, на Мацесте, живут неравнодушные к своему городу люди. От их активности зависит многое, говорят в администрации. Мы нашли общий язык со всеми активистами. Приходят к нам люди и хотят помогать, хотят жить лучше. И мы идем навстречу. У нас постоянно сходы в администрации, в зале проходят, потому что задачи ставятся большие. И мы вместе с жителями решаем эти задачи. Все работы подрядчик обещает закончить сегодня-завтра. Новая дорога протянется прямо до конечной остановки 43-го автобусного маршрута. Кстати, в ближайших планах руководство Раздольского сельского округа отремонтировать еще несколько переулков. Так, новая бетонка появится в селе Семеновка, через которое проходит один из экскурсионных маршрутов. Инга Габейшая, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.